Кустанайской степи обнаружено крупнейшее в мире месторождение железной руды. Здесь руда залегает близко к поверхности земли. Начались вскрышные работы. Мощными экскаваторами снимается верхний слой земли. Предстоит вынуть миллионы кубометров грунта. Прибывший на новое строительство уральский горняк Павел Яковлев выдает за смену свыше 1200 кубометров земли, в два раза выше нормы. На вывозке грунта здесь работают 25-тонные самосвалы. Один из лучших водителей этих машин – криворожский шофер Ральф Телых. К месту строительства подведена железная дорога. Для строителей и горняков уже сооружен первый квартал рабочего поселка. Скоро здесь вырастет большой благоустроенный город Рудный. Это строится самый молодой город республики Рудный. Ленинская премия присуждена тем, кто открыл здесь, в Тургайской степи, богатейшее месторождение руд. Ныне здесь строится крупнейший в стране Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат. Здесь вырастут крупные обогатительные, агломерационные фабрики и другие производственные предприятия. Комбинат будет давать домнам страны больше сырья, чем его производят все металлургические заводы Италии, Испании, Канады и Индии вместе взятых. В недрах этой кустанайской степи открыто богатейшее месторождение железных руд. Оно превышает все разведанные железорудные запасы Урала, включая гору Магнитную. Здесь под директивом 20-го съезда партии поднимутся корпуса самого большого в стране Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината мощностью 10 миллионов тонн руды в год. Свыше 100 предприятий страны поставляют оборудование и механизмы на эту важнейшую стройку шестой пятилетки. Все глубже, все ближе к руде. Лучшие экскаваторщики стройки Владимир Отте и Сергей Федоров. Предстоит вынуть и вывести из карьеров свыше 100 миллионов кубических метров земли, почти в 20 раз больше, чем при строительстве Днепрогэса. Много трудностей преодолевают строители, расширяя фронт работ в эту суровую морозную зиму.